Тут вообще никого нет! Это точно здесь? Ну, координаты верные. Мечет все сильнее! Что же нам делать? Джоди, пусть Айден поищет нам укрытие. Ты слышал, Айден? Вон там есть дом. Понял. Идем. Что мы тут делаем? Обычная рыбацкая деревня. Информатор нас кинул. Такие дела. Надо двигать, а то замерзнем насмерть в этих сугробах. Три дня шли по льду, жрали снег и впустую. Черт! Взять бы того, кто нас сюда послал и... Эй! Вы задрали уже своим нытьем! Нечего сказать, закройте рот! Ребят, я замерзла. Давайте костер разведем, а потом уж будем ругаться. Она права. Остановимся здесь и переждем бурю. Я выйду на связь со штабом.